чтобы врезать крыло, для начала надо снять дверь. Ну, кто сталкивался с такой фигней, то и знает, что данные эти болты плохо откручиваются. Вот. Я два зервал. Вот все. Для этого есть ударная отвертка, но я сейчас покажу, как без нее можно снять. Значит, остальные три болта у меня не идут. Что будем делать? Значит, берем дрельку, шукаем сверло, берем дрель и шукаем сверло на, ну, я не знаю, 10, десятка. И будем выстреливать саму шапочку. Ну, сейчас я покажу, короче. Thank you.
Thank you.